Всем здарова, народ, с вами Варчик. Перезаписываю уже не первый раз новость про то, что в линии фронта будут резервы на опыт. Почему перезаписываю? Поскольку первый раз, когда я это записал, было настолько негативно, что там даже не то, что картошки херово станет, там даже что-то на ютубе, мне кажется, уши в трубочку завернутся настолько, что видос куда-то полетит, где нельзя будет его смотреть. На одном из стримов упоминал про резервы для линии фронта. Вот картошка типа за тебя придумал, где тебе еще бабок срубить, сделать резервы в линии фронта. Так вот, на тесте сейчас тестируются резервы плюс 100% к опыту в линии фронта. Таким образом, если мы получим в линии фронта генерала, это будет не 1200 опыта, а 2400. Таким образом, мы в два раза быстрее дойдем до 30 уровня, быстрее его в два раза сбросим и в два раза быстрее накопим нужное количество очков для того, чтобы получить прем-танки и акционную девятку. Вот, в принципе, такая вот новость. Я это уже говорил. Это было очевидно, что на этом можно будет рубить бабки, поскольку очень много нужно сыграть в линии фронта, чтобы что-то получить. Это очень долго, это много времени, это неприятно, неудобно. Даже если вам нравится линия фронта, не факт, что у вас будет столько много времени, чтобы в это сыграть. А если вам еще и не нравится линия фронта, то это в несколько раз тяжелее. Это просто каторга какая-то, а не игра. Таким образом, если у вас нет времени, а хочется получить награду, вы можете купить резерв, и в таком случае у вас, возможно, хватит времени, чтобы получить премиумные танчики, либо акционную девятку. Либо, если вам не нравится режим, вы тоже можете купить резервы и меньше играть в этот ужас. В принципе, тут каких-то шуток или каких-то увеселений вам вставить в этот видос я не могу, поскольку эта тема для меня просто ужасная. Давайте расскажу вам, как будет лично у меня. Вот смотрите, в следующем патче 1.6, допустим, уже можно будет купить личные резервы в линии фронта. Я куплю эти резервы, потрачу деньги, которые бы мне не особо хотелось тратить на игру, поскольку она, во-первых, бесплатная. Во-вторых, этих денег и так немного, и их можно было бы потратить на что-нибудь более полезное. В-третьих, я ненавижу линию фронта, это наиконченнейший режим лично для меня. Он тупо неприятный, он скучный, нудный, от него горит жопа. Там очень много косяков, карта полупустая, неинтересная. Я не люблю линию фронта, тупо всем сердцем ненавижу этот режим, он противный лично для меня, я его не люблю. Так вот, я куплю резервы, потрачу бабки, которые бы не хотелось тратить, и буду все равно играть в режим, который ненавижу, чтобы потом получить акционную девятку, которую я хочу. И потом на этой акционной девятке я буду играть в рандом, в который тоже не сильно хочется играть из-за кучи косяков в игре, которые всплывают не каждый бой. Но иногда, как что-нибудь всплывет, то и одного боя достаточно, чтобы жопа сгорела надолго. Вот почему этот видос я перезаписываю. Я максимально лояльно все высказал, как мог. И тем самым я поддержу разработку конченного режима в игре, в которой не исправлена куча старых косяков. Разработчики в ответах разработчиков, и гениально, сказали, что они работают там над всякими старыми косяками, поскольку они из-за хавака. Но большая часть этих косяков существует в игре еще до того, как в ней появился хавак. И существуют они в игре уже больше 6 лет. Особенно прицел, да и остальные косяки даже не хочу начинать перечислять. Когда это будет все исправлено и игра действительно будет приносить удовольствие, как года 4 назад, я даже не знаю. Вот такие пироги. Единственное позитивное, что здесь есть, это если вам нравится этот режим, но у вас нет времени, или вы хотите получить награду, но опять же времени не хватает, чтобы ее получить, вам эти резервы помогут сэкономить время, которого вам не хватает, чтобы наиграть для награды. Вот в принципе и все. На мой взгляд, вообще непонятные резервы, которые
уменьшают количество времени, которое надо тебе играть. Ведь, на мой взгляд, игра должна просто целиком приносить тебе удовольствие, и ты в них играешь столько, сколько хочешь. Не для того, чтобы что-то получить, а от самого процесса, играя от геймплея, ты получаешь удовольствие. Все. А какие-то там уже сопутствующие достижения и цели, которые ты хочешь добиться в игре, это прикольно, но это дополнение к основному геймплею. У картошки уже совсем все наоборот. У нее основной геймплей уже практически разложился и уже скоро будет просто прахом каким-то. А вот какие-то сопутствующие вещи, они вышли уже как основные, и разработчики занимаются только ими. Достичь какой-то цели или получить какую-то сопутствующую награду. А основного геймплея костяка, его уже и не существует. Он уже давно сдох. Хотя все должно быть совсем наоборот. С вами был Варчик, играйте красиво. Пока.